В Москве завершились всероссийские соревнования по кёкюсинкай. За первые места состязались более 500 спортсменов из 29 регионов. Среди юношей 12-13 лет весовой категории 55 килограммов победу одержал ученик кадетской школы города Люберцы Артем Швец. Тему продолжит Богдан Колесников. Гряденько такой сделаем, разминочку. Тем более, у тебя сегодня тренировка, поэтому поаккуратнее. Сам по состоянию смотри себе. Нормально выспался? Нормально. Утро Артема Швеца начинается с гимнастики. Вращение головой, кистями рук, круговые движения в локтевом суставе и наклоны в стороны. Далее тренировка ног. Обычно зарядку проводит отец. Сегодня дедушка. Анатолий Швец, в прошлом учитель физкультуры, мастер спорта СССР по фигурному катанию, тренер по карате. А началось все это давным-давно еще с моего отца. Мастер спорта по гимнастике, мастер спорта по пулевой стрельбе, полковник авиации, участник войны. Он меня первым азам вообще обучил. Я, естественно, сына, сын, естественно, своего сына. Вот так оно и пошло. То есть династия спортивная. 24 сентября Артем Швец вернулся в Люберцы чемпионом всероссийских соревнований по кёкюсинкай. В финальной схватке выиграл 5 боев из 5. Готовился к поединку каждый день. Награда долгожданная. Но особый след в его спортивной карьере оставила первая победа. Тогда ему было 5 лет. Это было самое... радостная победа и самая сложная, потому что не особо умел драться и обладать собой. После зарядки и завтрака Артем идет в школу. Он учится в 7 классе. Швеца уважают сверстники. Не случайно его избрали командиром класса. Больше всего нравится сплоченный коллектив в классе и то, как мы готовы прийти друг другу на помощь в сложный момент. А после уроков – тренировка. Сегодня здесь мальчишки и девчонки 12-14 лет. Родители привели их в секцию кёкюсинкай в 4 года. По словам тренера, для начала тренировок – это оптимальный возраст. Готовим, чтобы они были готовы физически, развивали гибкость, координацию, и чтобы уже к 7 годам они выходили на уровень того, что они могли заниматься непосредственно уже карате. Ничего невозможного нет. Если они трудолюбиво тренируются, хорошо занимаются, значит, они добьются высокого уровня. На достигнутых результатах Артем Швец не останавливается. Впереди его ждут очередные соревнования, на которых он снова будет защищать честь родной школы и городского округа Люберцы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.